любителям мобильных игр. С вами Андроидище Ревью. Сегодня в Google Play появилась долгожданная игра от Rovio под названием Bad Piggies. В Bad Piggies вам предстоит сыграть за злых зеленых свиней, только теперь нужно будет не пускать птиц из рогатки, а строить разные средства передвижения и собирать яйца, которые, скорее всего, принадлежат злым птицам. В игре доступно около 100 уровней, но, как все знают, что Rovio постоянно добавляет новые уровни в серию своей знаменитой игры Angry Birds, поэтому можно не сомневаться, что Bad Piggies будет пополняться новыми уровнями и другими дополнениями ежемесячно. Так, главные особенности. Игра доступна в двух версиях. Это версия обычная, то есть для обычных телефонов, и, как в нашем случае, Bad Piggies HD, как вы видите. Это версия для планшетов или смартфонов с разрешением HD, то есть 1280 на 720. Обе версии доступны в Google Play совершенно бесплатно, и любой желающий может скачать их. Так, ну что ж, перейдем непосредственно к геймплею, посмотрим, как Rovio представили его в этой игре. В принципе, очень многое похоже, как у Angry Birds, то есть можно вот посмотреть, здесь вам какие-то подсказки даются. Ну, суть понятна, нам надо построить какое-либо средство передвижения и собрать яйца злых птиц, которые будут в конце уровня. Так вот мы сделаем. Ну и вот так вот это все выглядит. Ну что ж, неплохая, в принципе, замена Angry Birds, которая уже поднадоела, если честно. Интересную задумку Rovio взяли. Воплотили ее тоже неплохо, довольно. Непонятно, вот если я захочу, допустим, посмотреть. А, вот, вот так вот. Ну, то есть, как в Angry Birds, я тоже могу также зазумить. Вот так вот. Давайте еще один покажу, чтобы уже у вас прям было хорошее впечатление. Конечно, я всем советую установить эту игру, хотя бы только потому, что она бесплатная. Что, конечно, меня удивило, что HD-версия бесплатная, обычно она была платная. Допустим, если взять игру Angry Birds Space, обычная версия для телефона была бесплатная, а HD была платная. Там, конечно, цена тоже не очень высокая была, но тем не менее. Что-то мы тут застряли. А, тут, то есть, еще разрушается. Видите, у меня отвалилось. А, вот. Давай, давай. Отлично. Ну, вот так это все реализовано. Спасибо, что смотрите нас. Подписывайтесь на канал. И до новых встреч.